очень все позитивно проходит. Такая радостная атмосфера. Вот, все довольны, все хлопают, радуются, стучат. Ну и плюс большой, что как-то немножко пошевелить мозги, как-то ответить такие на нестандартные вопросы, которые связаны не только там, может быть, со знанием, но где-то с логикой. Паша якорь в команде. Да не, все потихоньку помогают друг другу. В принципе, пока довольны результатом, дальше будем стремиться еще к лучшему. Очень интересно, мы первый раз такой опыт у нас. Нам нравится. Соображалка пока не быстро соображает. Очень интересно. Даже уже подумываем создать команду и постоянно участвовать. Коллективная работа, да. Мозговой штурм, все как положено. И во всех вопросах наши хоккеисты принимают активное участие. Конечно.